я с вами Владимир Шемет. Нахожусь сейчас в Греции, на отдыхе, на острове Крит. И в этом видео я вам покажу обзор отеля Porto Greco Village. Мы разберемся, как выглядит отель, что в нем есть, посмотрим это все и пройдемся по территории. Так что подписывайтесь на канал и погнали. Итак, это у нас главный вход в отель, где находится ресепшн. Тут у нас сейчас наводится порядок, то есть утро, и с утра персонал отеля все тут убирает, моет и следит за порядком. В принципе, такого интересного на ресепшене особо ничего нету, но есть бар. Кстати, я бы сказал, что этот бар даже не главный бар, потому что, во-первых, он открывается позже, во-вторых, у него не такой интересный вид, как в баре на пляже. Но на пляже есть два бара, там мы тоже их посмотрим и все вам расскажу. Значит, вот мы за ресепшеном выходим на самую большую часть территории, где находится два бассейна. Всего в отеле 4 бассейна, учитывая вот этот маленький бассейн для деток. Он совсем маленький, да, и бассейны для взрослых тоже не такие-то и большие, но они есть, и они имеют вот такой вот вид. Это самый большой бассейн, глубина 1,70 м. Вокруг него есть шезлонги и зонтики. Шезлонги, кстати, с мягкими матрасами, в вполне нормальном состоянии. Что хочу сказать, что именно возле бассейна шезлонги, конечно же, и зонтики бесплатные. Но на пляже шезлонги и зонтики будут только платные. По стоимости, друзья, мы брали один раз в баре Scorpion. Значит, там вышла стоимость за шезлонги, за два шезлонга и зонтик, 10 евро. Но все зависит от сезона. Сейчас уже октябрь месяц, и, конечно же, цены могут чуть-чуть отличаться. В высокий сезон, то есть летом, это все может стоить выше. Смотрите, значит, по поводу корпусов. Тут несколько корпусов. Есть корпуса с видом на море. Какой вид на море, я вам потом покажу дальше в этом видео. А есть корпуса, допустим, с видом на бассейн, либо, допустим, с видом, не очень интересным видом, противоположную, выходят вообще вид такой, что, не то чтобы там чего-то критического, но ничего интересного. Сейчас мы, кстати, идем в часть отеля, где находится еще один бассейн, то есть второй бассейн. Кстати, вид из нашего номера как раз на этот бассейн. Сейчас вам покажу. Вот он, еще один бассейн, он еще меньше. И наш номер находится на втором этаже. Сейчас я вам покажу его снизу, где он находится. Так, у нас тут глубина не указана. Да, она не указана, но глубина постепенная. То есть, вот вы спускаетесь, тут не так глубоко, дальше уже глубже. И вот, смотрите, второй этаж. Вот этот крайний номер, это наш номер, в котором мы живем. Тут тоже возле этого бассейна есть шезлонги. Бар этот не работает. Во всяком случае, уже в низкий сезон. Возможно, в высокий сезон, когда тут просто очень-очень много туристов и все забито. Может быть, он и работает, данный бар. Но сейчас он не работает. В общем, друзья, вот еще раз показываю наш балкон, который находится на втором этаже. И мы имеем вид, грубо говоря, на этот бассейн. Пойдемте дальше. Пройдемся еще к одному бассейну, который находится уже ближе к морю. По территории, смотрите, сразу вам говорю, что есть такие вот участки, где с коляской будет не очень удобно. Но с другой стороны, это еще не самые критические моменты. То есть, видите, допустим, если у вас будет номер в этом корпусе, то с коляской тут ездить с детьми не очень удобно. Но это, можно сказать, единственный участок такой вот, что самый ступенчатый. Хотя по территории есть еще ступеньки. Вот мы сейчас еще проходим ступенечки и направляемся в сторону второго бассейна.
Справа, друзья, кстати, от основного бассейна у нас находится главный ресторан, там, где находится вся раздача еды. Но питание и ресторан я вам уже показывал в другом видео, поэтому тут мы на нем останавливаться не будем. А сейчас попробуем пройтись к второму бассейну. Смотрите, не второму, а к последнему, то есть четвертому бассейну. И я вам его покажу. Значит, вот в таком вот закуточке находится второй бассейн. Кстати, его окружает часть номеров, которые имеют вид на море. Вот он, значит, бассейн. Тоже глубина постепенная, но он глубже. То есть начинается глубина из 90 сантиметров. И смотрите, в самой глубокой части 2 метра 20 сантиметров. Так что все бассейны показал. Пойдемте, друзья, дальше. Дальше мы пойдем к морю. Мы пройдемся возле бара, который считается баром на пляже. И там я вам покажу пляж отеля. И немножко еще расскажу информации касательно интернета. Смотрите, интернет, друзья, ловит, в принципе, везде, и в самом отеле, и в номере, и в ресторане. Вернее, это не то чтобы ресторан, это как бы считается бар на пляже, но и а-ля карт там считается. В общем, сейчас слева вы как раз его и видите. Тут, кстати, тоже можно завтракать, но за все это я вам рассказывал в отдельном видео, поэтому дальше мы останавливаться именно сейчас пока что на питании не будем. Так, давайте пройдемся. Теперь я вам показал этот бар на пляже. То есть, если вы отдыхаете на пляже, то за напитками вам нужно подниматься именно сюда, к этому бару. По концепции питания All Inclusive мне очень понравился, поэтому я, конечно же, думаю, что все-таки тот, кто любит покушать, и тот, кто не очень любит заморачиваться с беготней по ресторанам и тому подобное, то, конечно, вариант All Inclusive выгодный. И вот, друзья, мы подошли к пляжу. Значит, в чем суть этого пляжа? В том, что он, с одной стороны, во-первых, маленький, вот. То есть шезлонгов, смотрите, не так-то и много. Естественно, это высокий сезон. Даже несмотря на то, что они платные, все оно тут занято. Само покрытие пляжа, кстати, песчаное. Именно там, где находятся шезлонги, зонтики. Шезлонги, зонтики только за доплату. По стоимости, друзья, я вам уже говорил, значит, в том, что они могут иметь разную стоимость в зависимости от сезона. Если это лето, там июль, август, то, конечно же, у них будет цена выше. Если вот, допустим, это конец сентября, октябрь, я думаю, цена будет ниже, потому что мы платили всего лишь 10 евро за 2 шезлонга и зонтик. Значит, заход относительно пологий, и тут не глубоко. То есть для детей, с одной стороны, нормально. Кстати, да, тот, кто не любит тратить деньги на шезлонги, зонтики, то там, где вы найдете место, вы можете располагаться на своих подстилочках. То есть не обязательно арендовать шезлонги, зонтики. То есть, чтобы полежать на пляже, можно все это сделать на своих подстилочках. Дальше давайте пройдемся. Мы, кстати, сейчас находимся, можно сказать так, вот на территории бара Scorpion. Тут мне этот бар больше нравится. Кстати, тут тоже есть а-ля карт, имеется в виду, который идет за доплату. Но по питанию а-ля карт я тут еще не посещал, поэтому на 100% не могу ничего утверждать, насколько тут интересно по соотношению с главным рестораном. Я думаю, если получится посетить, то
я вам эту информацию тоже расскажу и дам, возможно, просто в другом видео. Значит, от этого бара тоже есть шезлонги и зонтики. Значит, тут тоже они идут за доплату. Но смотрите, в чем суть, что если вы там, допустим, будете арендовать именно на этом баре шезлонги и зонтики, то тут с заходом моря, смотрите, либо спускаетесь по камням, вот я это делал, спускался, там можно спуститься, либо, допустим, идете наверх, поднимаетесь и спускаетесь через главный пляж, можно сказать, отеля. Дальше. С другой стороны есть еще часть пляжа с шезлонгами и зонтиками. Так что не такой он большой, но тем не менее есть еще место, где можно, же говорю, располагаться на своих постилочках. Правда, места этого очень-очень мало. Сейчас море немножко, ну, штормит, небольшая волна есть. Но, друзья, смотрите, как бы это уже конец сезона. Когда мы приехали сюда, то есть вода была очень спокойная, и ничего такой волны особой не было. Ну и смотрите, значит, если вы отдыхаете на этом пляже, ну, неважно, хоть на этом, хоть на том пляже с другой стороны, то можно пользоваться баром на системе All Inclusive и Scorpion. Но в чем суть? Есть напитки местные, которые входят в концепцию, а есть напитки импортные, которые не входят в концепцию отеля. Поэтому кому достаточно обычных напитков, имеется в виду, и коктейли делают, то есть несколько там типа коктейлей делают, я не скажу, что они прям вау, грандиозные, но вообще вполне нормальные, то есть как бы его, этого алкоголя достаточно того, который входит в обычную концепцию All Inclusive. Но если вам все-таки нужно что-то поинтереснее, то, конечно же, есть импортные алкогольные напитки, которые идут за доплату. В этой части, друзья, пляжа, смотрите, есть такая вот арка. Тут получается просто бомбовые снимочки, фотоснимочки. Так что, не знаю, мне место очень понравилось. Кстати, Wi-Fi тоже есть и от этого бара, и тоже он бесплатный. Я спускался в море вот с этой части, с этой плиты. Да, это не совсем комфортно, не совсем как бы удобно, но в коралках, то есть в спецобуви, спуститься можно без всяких проблем. Хотя я этот вариант не рекомендую. Все-таки лучше обойти, то есть, допустим, либо это на ту часть пляжа пойти и зайти в воду по пологому песчаному заходу, либо, допустим, с той стороны пляжа тоже вы это можете сделать. По расположению отель, грубо говоря, находится на первой линии, то есть всего лишь небольшая неактивная дорога разделяет отель от пляжа, но вообще ничего на ней такого необычного нету, то есть то, что как бы прямо вот с территории вы не попадаете на пляж, как бы это не, вообще не критически, потому что в Греции, чтобы попасть прямо с территории на пляж, ну, отелей не так-то и много, а во-вторых, это совсем другая цена. Так, значит, тут мы совсем разобрались, друзья, как выглядит отель, как выглядят бары, как выглядят шезлонги, пляж. Давайте теперь выйдем уже там, где потише, нету такой волны, и я вам расскажу свое резюме по отелю, потому что я уже провел в нем несколько дней и, ну, могу сделать нормальное заключение по отелю, кому он подойдет и стоит ли, не стоит выбирать этот отель, друзья. И да, кстати, показываю вам номера с видом на море. То есть, смотрите, эти номера находятся максимально близко к морю. Да, тут есть, к примеру,
первый этаж, есть там второй этаж, есть корпус, в котором даже 4 этажа. Конечно же, чем выше, тем лучше, интереснее будет вид на море. Но суть того, что за вид на море придется доплатить. Смотрите, например, нам нужно было доплатить за вид на море 10 евро в день. То есть с одного номера 10 евро в день нужно было доплатить, чтобы получить номер с видом на море. Учитывая то, что мы в номере, грубо говоря, только ночуем и там приводим себя в порядок, то мы не доплачивали за номер с видом на море, потому что нас в отеле особо как бы и не бывает. А когда бываем, то мы проводим это время в основном там в баре, потому что там можно посидеть, а толку сидеть в четырех стенах в номере. Тем не менее, как бы, если вам важен вид из номера на море, то нужно выбирать номера с этой категорией. На месте доплатить в высокий сезон, я думаю, у вас вряд ли получится, то есть июнь, июль, август месяца. Нужно бронировать исключительно номера с видом на море, потому что их не так-то и много. И на месте, даже если это и будет возможно за доплату, за совсем другую доплату, вряд ли это получится сделать, потому что, ну, отели в Греции небольшие, как бы, и всегда в сезон очень все забито. То есть в сезон доплата за вид из номера на море будет выше, чем 10 евро в день. Это по-любому, потому что как бы это уже все проходили, а сейчас 10 евро в день, это, конечно, немного в межсезонье доплатить, но тем не менее, все равно это как бы, ну, в нашем случае просто не объективно, потому что мы несколько дней, допустим, практически не жили в отеле, а только ночевали. Ну что, друзья, мое резюме. Отель мне реально понравился. У него хорошее расположение. За территорией отеля есть инфраструктура, променадная инфраструктура в плане там магазинов, сувенирных лавок, то есть прокаты автомобилей, все это, ну, под рукой, рядом, очень удобно. Значит, расположение также удобное в плане пляжа, потому что он находится, можно сказать, на первой линии. В некоторых источниках это указано как первая линия, в некоторых источниках это указано как вторая линия. На самом деле отель отделен от пляжа всего лишь обычной дорогой, которая разделяет практически все отели, которые находятся в Херсонесосе, такой вот дорогой. Но есть отели, в которых территория выходит прямо к пляжу. Но эти отели будут иметь совсем другую цену. Если вы готовы доплатить за это, то это, конечно, ваш выбор и ваше право. Если вам это не нужно, не важно, то нет никакого дискомфорта в том, что есть такая небольшая дорога. Касательно, кому отель подойдет. Ну, смотрите, нам, молодежи, вообще было просто супер. Из-за того, что он удобно расположен. Хорошее питание, нормальный номер, полностью нормальный, ничего в нем такого критического вообще не обнаружил. Но есть некоторые там мелкие недочеты, которые вообще никаким образом не мешали нам отдыхать. Ну, может быть, где-то в чем-то в эстетическом виде. Но касательно звукоизоляции в номерах, это, конечно, полный провал, потому что слышимость очень большая. Если кто-то там где-то стукнул дверью, закрыл дверь, то, конечно, в номера очень слышно, друзья. Все это очень слышно. Но также опять обращаю ваше внимание, что чтобы у вас были хорошие номера в плане звукоизоляции, это нужно выбирать совсем другого уровня отели. И, конечно же, совсем другом ценовом диапазоне. Потому что все, что будет плюс-минус в этой цене, то, увы, примерно со звукоизоляцией будет одно и то самое, потому что отели небольшие, отели очень компактные, отели построены таким образом, чтобы минимизировать там расходы на, минимизировать эти как бы затраты на постройку всего. То есть в этом плане, конечно, это чувствуется, что отель реальный эконом, эконом хороший, то есть эконом, который реально этого стоит, потому что есть экономы, которые, они все равно имеют реальную стоимость, но
не будет это выгоднее в плане того, что если занижать бюджет и выбирать там какой-то отель где-то, который расположен дальше, выше, вот, от моря. Потому что, я же говорю, очень удобно в плане того, что отель находится просто в идеальном месте, и мне очень понравилось его расположение. Касательно второго ключа, потому что ключ выдают один на двоих. Я брал второй ключ под депозит. Я заплатил 10 евро для того, чтобы мне дали второй ключ. Так что, если кому-то нужен второй ключ, подходите на ресепшн и договаривайтесь. Я думаю, это все возможно в любое время, имеется в виду сезона. Кстати, по персоналу, именно за ресепшеном, там, где туристы заселяются и выселяются, на ресепшене есть днем русскоязычный персонал. То есть нас принимала женщина, которая немного владеет русским языком. Ночью, когда я ходил на ресепшен, когда мне нужен был второй ключ, то на ресепшене был другой парень совсем, который вообще не владел русским языком. Но так как интернет в отеле отличный, то Google Translate помощь, друзья, и никаких проблем в плане языкового барьера у вас не будет. В общем, ребят, рассказал и показал все нюансы, детали по данному отелю. Надеюсь, вам все тут понятно, что представляет собой отель. И если у вас есть возможность, если вы отдыхали в этом отеле, то обязательно напишите в комментариях под этим видео ваш отзыв по отдыху в данном отеле. Напишите, что вам понравилось, что вам не понравилось и как у вас проходил отдых в данном отеле. Ну, если у вас есть какие-то вопросы, то тоже пишите их обязательно в комментариях под этим видео. Я обязательно вам постараюсь ответить. Не могу гарантировать, что это прям моментально быстро, но постараюсь вам подсказать ответы на ваши вопросы. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. Жмите обязательно на колокольчик, чтобы смотреть новые видосы на моем канале. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. До новых встреч. Пока-пока. We'll be right back.